В Большом зале Казанской ратуши состоялось традиционное торжественное вручение именной стипендии мэра города Казани. Ваши заслуги в столь молодом возрасте имеют огромное значение, ведь своими творческими достижениями вы дарите уверенность в завтрашнем дне Казани и Республики Татарстан. Каждый раз в преддверии Нового года обучающимся присуждают стипендии по итогам учебной и научно-исследовательской деятельности за прошедший год. Этот конкурс проводится уже с 1994 года, и в нем принимают участие студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет. В 2016 году на конкурс было подано более 160 заявок, 68 из которых прошли в очный тур. Именной стипендии в этом году удостоились 27 студентов и 13 аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений города, среди которых есть и студенты Казанского федерального. Ну, я очень рад, что я здесь победил, конечно. Здесь достаточно тяжело было. Да, но я в первый раз на нее подался и в первый раз ее выиграл. В принципе, стипендия мэра она направлена на как можно большее приложение к проблемам города Казани, а моей работе такого сказать нельзя, но в силу высокого научного уровня вот, получилось ее получить. Работы финалистов должны были иметь практическую значимость и возможность реализации в процессе благоустройства нашего города. Я думаю, глобальную роль сыграла социальная значимость моего проекта. Волнения не было. Был вопрос, оценит ли жюри столь сложную тему с нужной нам позиции, потому что тема нарушений, тем более нарушений комплексных у детей с очередных дефектов, к сожалению, очень сложная, и специалистов очень мало. Я надеюсь, что я буду таким специалистом, который будет цениться в нашей республике. Все работы в этом году ориентированы на решение проблем городского хозяйства, экологии, социальной сферы и молодежной политики. С 2003 года, помимо студентов и аспирантов, стипендии стали вручать и учащимся детских, музыкальных и художественных школ. В этом году мэр вручил именную стипендию 30 воспитанникам. Всем лауреатам именной стипендии мэра Казани вручили значок стипендиата мэра, диплом и, конечно же, саму стипендию. А музыкальные и танцевальные номера помогли сделать вечер еще и творческим. Учащимся есть к чему стремиться, но получение такой престижной премии уже говорит о том, что они двигаются в правильном направлении. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.